Ну что, друзья, добрый вечер всем. Ночь наступила, и наступила одна из самых главных ночей здесь, в городе Нарфоминск. Это безумие, это самый крутой клубный праздник, который только можно было придумать. Хэллоуин в клубе шоу. Скоро, очень скоро вы все сами увидите. А пока танцуем, поехали. В курсе, родственники, что вы все занавески в доме поколомали? Мы новые купили. Что? А что? Когда? Сейчас. После чего? После секса. Какой раз после секса у нас в клубе? Третий. Отличный секс. Я здесь получаю больше оргазма, чем в сексе. Шоу, он же оргазм. Самая крутая и безбашенная ночь клуба. Я сейчас хочу, чтобы люди, которые пришли в костюмах вот с этой стороны, по моей команде, по одному сделали дефиле. Лучший костюм, лучший человек, который сегодня в образе получит деньги. The mountain top, walk on water, I got power, feel so royal. One second, I'ma strike for you, diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in, giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men, no fear, go to sleep. Ну что, друзья, кто у нас не успел в первом дефиле? Давайте ко мне на сцену по одному, кто не успел, быстренько, коротенечко пробежимся. Что случилось с тобой? Я зомби! Привет! Но, по-моему, ты вылезла не из могилы, а из трубы. Из шахты. Ты смерть. Нет. Ты жизнь. Я малашка. Мяукни, пожалуйста. Хэллоуин. Ну, мяукни. Мяу. Скажите, пожалуйста, почему у вас люрекс на ушах? Это не люрекс, это хэллоуинская задумка специально для клуба шоу. А вот это твоя подруга? Это моя подруга. По-моему, ее уже окучивают. Ой-е! Я не знаю, хочется всех потрогать и ничего не говорить. Все классные, шоу ждет. Поехали дальше. So hot, I'm hotter than lava is. I don't know what you thinking, but I hope you thinking what I'm thinking, which is your head bobbling. Don't knock on doors, but Jehovah's my witness. And I treat sex like it's physical fitness. Up and down like the stock market. Now, baby, let me give you the business. Cara linda, pecho hecho. Ay, que rica, dale chica. Pelo lacio, mira eso. Dale loca, dame un beso. Как нужно было так вляпаться? Как нужно было, так и вляпались. Вы кто? Кукла! Я принцесса! Я двоюродный брат Джокера. На что ты готова ради денег? Очень пошлые. Вот так иногда девушки пытаются казаться скромными, чем губы мазал. Вот ты все скажи, ты расскажи, а? Да, в шелке только так. Ты давал ему? Да. Отдыхаем! Человеческие условия, вот так вот приходится работать сегодня, дорогие друзья. А что делать? Делать нужно вещи!